Добрый день! Сегодня будем готовить блинчики с начинкой из творога. Сладенькие, вкусненькие, на завтрак, на обед подойдут. Будем готовить. Сжарила я 15 блинчиков, вот тоненьких, хорошеньких. Блины жарила на двух сковородках, вот, беловские. Одна антипригарная, вторая блинница. Так, теперь буду делать начинку. 400 грамм творога вот у меня. Добавляю яйцо. Соли немножечко на кончике чайной ложки. Корицу я люблю. Это по вкусу добавляйте. Любите, добавляйте. Нет, ванильный сахар добавьте. И добавим сахар. 2 ложки столовых. Ну, для меня это сладкая начинка считается. Вы смотрите по своему вкусу. Может больше, может меньше. Теперь вот этой толкушечкой разминаю все. Творог у меня тверденький, надо размять хорошо. Творог, видите, он такой у меня эластичный. Намазываться на блинчик хорошо будет. Приступим. Так. Творог беру. Так, размазываю ножичком. Вот, по всей поверхности немного края оставляю. И просто валиком скручиваю. Так, следующий. Также размазываем. Ой, помогаю дома. Вот так. Закручиваем валиком. Раз. Укладываю на тарелку. Все закрутила, теперь обжаривать буду. Я не целым таким валиком, а разрезаю пополам. Вот так подготовлю. Так они эстетичнее выглядят. Не такие огромные. Добавлю беловскую сковородку растительного маслица. Конечно, сливочного маслица кусочек. Будет очень вкусно. Так, загружаю блинчики. Швом, что закручивали вниз, чтобы он прихватился. Так, вкусняшка будет. Жарим до румяна. Одну сторону до румяности зажарила. Теперь на вторую перейду. Блинчики обжарила уже, готовы. Готовьте со мной. Вот свеженькая идея вам для завтрака или обеда. Заходите на мой канал. Готовьте со мной. До новых встреч!